Здравствуйте, это новости доказательной неврологии. Сегодня речь пойдет о мимантине. В 2015 году в сентябре FDA решили внести в инструкцию лекарственных средств, содержащих мимантин, изменения. Как и любое лекарственное средство, лекарства, содержащие мимантин, могут вызывать следующие осложнения. Агранулоцитоз, лейкоцитопения, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, гепатит, острая почечная недостаточность, синдром Стивенса-Джонсона. Будьте внимательны, следите за осложнениями и противопоказаниями при назначении любых лекарственных средств. Оставайтесь с нами и будете в курсе последних новостей неврологии.